По полетели. Где там ренегаты? Откуда? Или у магов, может, есть эта хуйня в камеру? Ренегаты. Шестермуть, по-моему. Шестермуть есть, да, у них? Рассказываю, громовой Так. утес и полетели Калимедов. в Шестермуть. шестермуть. На ренегате громовой утес прыгай, бля. Да, прыгай, бля. И просто, знаешь, это на базуках. Щелкнем сейчас по-быстренькому эту дуру. Поня 25, пацаны. Чё, Давайте портуйтесь. сделаем ставки. Кто сдохнет Сука, я тебе раньше? сейчас сделаю мут. Надо сделать это быша плюс таунт. Короче, Я понял. портанитесь кто-то с ренегатов. Я уже подъезжаю тут к камню. Сейчас этого лука, блядь, лука ФК. Пошли, ебанем, там 20 тел хватит. Это знаешь, просто ты пожимаешь этот разделку и быша. Ну, короче, это, что-то онлайн какой-то тухлый. Что там, люди еще 15 минут всего. Парни, у меня это КД. Я отдохну тогда, пока кофе попью. Это кто? Грут. А что, у тебя второго нет пресса? Нет, там тоже закрыт приз. Ну ты с рейда не, у тебя 25-ки что ли закрыты? 25-ки, да, догонял. А Ну че, ты с нет? рейда не ливый. Повезло Окей, тебе. я тут буду. Пойду кофе попью. Давай. Это, Я понял. подъезжайте, кто-то там. Казик вон. Какой-то вар был у нас. Короче, 20к не дашь, блядь, удаляешь вара, блядь. Я танком буду. Я буду в танком стоять. Хуянком ты будешь, блядь. Ты говоришь, если ты в танке 20к не даешь, то все. Я буду в танком, я буду трэш ловить. Если ты в В танке смысле трэш? будешь соло. Какое на роботе трэш, блядь? Какой на Блядь. трэш? На Оне трэш. Какой трэш на Оне, блядь? Очнись. Тут трэш зальется, блядь, на изичах вообще. Ты вообще Ладно. будешь в этом. Когда последний раз в Оне 25 были? Я вот когда туда хожу, там часто вайпы происходят, потому Да, на что люди не понимают, дыхании. что делать. На дыхании, там, от трэша, они даже не знают, что отбегать надо. Сейчас, Куда блядь, выйти, только сейчас вперед. проверим. Кто знает, кто не Либо знает. знаешь, просто ДДшники вливаются, танк не успеет забирать, и просто Да. полыхающим оружием, клифом просто забивает четырех. Ну вот, А потом говорят, хилы моча. Вот Поэтому они, блядь, Марук там в простояли в танке, эфире. тебе не надо в танк спекаться. А, и еще знаешь, это, Макс, гел дают на перед этой взлетке, блин. Ну да. Переселедкой дают, Ну, чтобы они потому что думают, бля, десятку вот сейчас зергуют. приведем. Десятку зергуют, а в 25-ке мне сказали, лучше давать геру, чтобы Блять, с геру. нашими чуваками должны зергаться все. Почему? Лучше давать на третьей базе, потому Да. что там будет Все, пиздец. На пошли в канале вот этот у нас Венс три суманем. шамана. И ни одного шамана с хилами. Хилы будут Я бегать в фере, такие, пытаюсь а, бля, что поймать происходит? Блять, синтек нахуй. Я. Еще по пизде. Я тебя в пати хилов перекину, блядь. Будешь бегать там. Нет. Какие-то охуительные истории про Они 25. Да они, ну, Я грибов тебе серьезно съели говорю, каких-то. ты месяцев Тыкаем 5 в назад камень. сходил бы, Этот даже месяца спрыгиваете. 4 назад сходил Бля, бы на я Оню заебусь вас 25. слушать, я въебу мут нахуй. Вы можете успокоиться? Блять, мы же еще не пройдем. Мы уже идем, блядь, видишь, мы сумоним Ну, когда вот людей. сумонимся туда, пельдони станем, я Сука, пиздеть я не тебя стану. сейчас сумону, блядь. Чтоб ты это не пиздел там. Блять, ну, с людьми охота пообщаться. Я Ну целый день с такая, вами не блядь, сидел. ты. Я смотрю, как ты общаешься. Я зашел в дис, один он пиздит, блядь, все сидят, молчат. Я тоже разговариваю. Слав, ну вот ты Понял. же всегда это, когда разговариваешь, ты говоришь, все молчат. Вот, и ты вечно говоришь, блин, вот может быть говорить, как будто сам с собой Да. разговариваешь. Кто-то бы Три часа хоть этому что-то кайфу. отвечал, что-то все молчат. Я сегодня 3 часа в Они больнице все сидел, стесняются. Я там чуть не умер, Есть короче. кто-то попиздливее, чем Мордаунд и Синтек? Давайте попиздить что-нибудь, хоть какого-то нового человека послушаем. Бля, ну в принципе теоретически можно, конечно. А то, блядь, ебануться можно. Сейчас говорю, это ловушка. Слава просто выясняет, кому муту давать. Бля, я очень буду рад, если у меня просто замутит, и мне не надо будет вообще никогда говорить. Это же, блядь, так охуенно. Разве нет? Сидишь себе спокойно, чилишь, Не, это вообще отдыхаешь, блядь. охуенно, блядь. Я скучаю по этим временам. Ага, потом на БС кричишь, дайте мне иннер, а у тебя мут. Все, короче, остальные я хуй знает. А зачем мне, типа, орать-то про... Я могу просто, как бы, крикнуть, блядь, в рейд, а там дальше похуй, упадете, потому что нет маны, значит, ну, так надо, блядь. Я каски даю, уважаемые. Я на хп качу. Я там до конца Кирзайте. буду вести эту хуйню. А, смонить могут, нет? Нет, уже мы Нет, побежали все. с мобами. Я их до конца веду, там, до Аниксии.
И того тоже захватил. Того не надо. А у меня десятки есть кольцо такое. Ну, значит, есть за что. За Азерот. Так, давай, Рипичип. Чё так мало крутишь? Больше рассекающих. Да, блять, у меня пиздец. Рассекающих больше, блять, чё за хуйня? Хуярю, блять, по всем. Чё так мало? А, тап нажимай, пожалуйста. Тап нажимай. Тап, какой тап, блядь. Рассекающий, чтоб больше цеплял. А, я понял, сейчас. А вот это вот Шалина тоже тинг чей-то, да? Шалина это как раз Амития. Помнишь, с нами ходила? Ага. Просто она решила с нами попробовать престол. Ну, приз у нее нормально даст? Да. Всем привет. Здорово. Привет. Привет. Ну, давай еще раз шкаф быстренько его не ебанем. 200 бить от рассекающего. Вука, начнем трэш бить. Повтор, тебя комбат погнал. А, блядь, я ничего больше не скажу, я смотрел тебя. Ну как тебе мой бар? Такой, знаешь, да. Нахуя тебе кружка, блядь? Это кап РПБ добить, у меня не было очень рутрения. Блядь, даже пламя, по-моему, интереснее. Да я пока подумал, я хиляю, мне говорили, что пламя... Давай, шкаф. Из этого не стал брать. У него РПА побольше даже. Ну, такая... Ну, твоя кружка в трэш хороша, а чё? Хуйня, поверь. Я пока эти стаки накоплю, я уже перематерюсь. Ну, посмотрим сколько. Ну, блядь, 20 она, тысяч хуйня. Она сейчас 40 тысяч дала мне в трэш. 20. Тотемы трепета там поставьте, шаманы. Ну, чтобы поставили потом. С третьей по пятую пати будут тотемы. Я посмотрел сколько, чё ты. Какие 40? Вот эти могу details выкинуть сейчас. У меня тоже details. На 2 миллиона, 1 900 000. Ча на роботе посмотрим, как там понакручиваешь. Да не буду, я же буду это мешать, что делать пошел. Ничего, вот сколько огнестойки офнулись? Куда? Я на финке зашел, у меня на огнестойком КД. А. У тебя кто-то в костюме сидит, это наша, не наша? Ну ты только посмотри, какие запы, блядь. Бархатные, блядь. Костиная Рената Амития сидит. Я понял, одобряю. Давайте щелкнем эту, как она называется. Ну, рук, короче, на этих, на больших мобах, которые на взлетке будут. Я мелких заберу. Угу. 5, 4, 3, 2, 1. Промах, я понял. Ну, хоть бы кольцо выпало. Ебанутый босс, да? Полетело. На скольки у нее переходка на 40? Сейчас она, смотрите, полетит, не полетит куда. Летит. Так, мелочь. В центре на этого, на пульте на войду. Трудновато, да. Thank you.
вообще она там садиться собирается? Еще немножко, да? Второй лучше. В тотем трепета огненный шар костюм. Вау. Что-то фаза пошла. Берегитесь. Буду отводить к стенке. Подбегайте сюда потихоньку. Правда, я умер. Не хотел тебя расстраивать, конечно. Вот где у меня кружка на лица 100 тысяч урона. Где рассекающий, сука? Алло. Рассекающий, где, блядь? Ты дракончиков вообще не бил. Я бил их. Не бил, я же вижу, нахуй. 700 тысяч на фурике, все, пошел нахуй. Ничего не знаю, блядь, я тебя передамажил. Я топ-3. Хоть где-то я лучше. Блядь. ВНЦ сделай, сделай так же хорошо. Там напишешь. А, вот да, вот книжный трат, пожалуйста. Блять. Сумку вообще надо кому-то? Какая? С самоцветами? Он хиляю просит. Блять. Че, он открыл дверь? Короче, ладно. Тьму в трэш меньше миллиона. Падли. Потому что я решил не крутить. Да ты не, ты не фурик. Летели в око. Ебать, 900 тысяч на рамс. Так че, блять? Я больше тебя дал в Аниксию, не надо. Так я сдох. Блин, что ты дал там? Где ты ПС по стражу? Почему я 458, у тебя 190 всего? Так ты убивал, я вот подходил там, ну. Ай, господи. Да ты просто сильный, понял? Да, все так говорят. Сейчас на роботе я, кажется, заглотну. Все так говорят, но никто в это не верит. Да, сейчас я на роботе десяточку дам, блин, меня просто сбреет в обменте, если такое. После десяточку, блядь. Прямого. 16 не ожидаю тебя. Не дам. Я воню крутил 15-ку, потому что я проебался с этими с какого. Без рассудства рожа смерти и забыл пот поражать. А какие поты юзаешь, кстати? Зелень сокрушимости. Чего, блядь? Зачем тебе эти 90 АП? Но извини, я ничего актуально не нашел. Безумная сила не хочешь? 240 АП. Даже 250. В гайде написано зелье сокрушимости на фуриков. Ты можешь даже хастпот даже выпить. Даже проку больше будет, чем эти 90 АП. Я не знаю, честно вообще. Хотя, может, у тебя инжа есть? Есть инжа, нет? Есть. Ну ты перчу прожимаешь, в принципе, да, тогда нормально. На перчу я не. А. Ты что, перчу не юзаешь? Не говори. А я и не чарил даже. Ну, тут надо хилов вот этих и не до дамагеров менять на каких-то нормальных ДПСеров.
Ну, я с тобой. Если там ханта не будет, я могу на ханта зайти. Ну, типа там. Ты им больше дашь? Ну, я буду сферки ловить. В чем тут сферки? Надо дамажить. Ну вот сколько дам, вот не знаю. Ребят, на сегодня ЦЛК не планируется? Нет. Этот самый. Тогда, ну, инвайт может уступить, причем совершенно спокойно, потому что у меня ДПС просто нету. Я сейчас пока не вытяну. Я могу уступить. Как нету? Ты же 17 тысяч дал или 18 на сурке. Там от тебя ничего не требуется. Там ты просто долбишь босса. Это мне на варе придется в мешке давать. Почему? Ну ок, давайте попробуем. На это ничего не требуется. А чё, куда все люди делись вот эти вот? У них ОКО КД или чё? Как... Так нет, это же... Всякие там летят доты вот эти вот. Куда делись? Не знаю, шеф. Оу, я ем. Чё-то, блядь. Кто захотел, судя по всему, зашел. Вот что я скажу. Да забей, никому, видимо, ты опять не нужна. Мусор. Вчера, не знаю. Ну да. Ты опять на самом деле шлак полный. Да. Армсейф, ты 4 ебашь, видимо. Ну, еще 2Т5 берешь, то пиздец будет, у тебя вихрь дополнительно появляется фуриковский. Ну, у нас что, у нас армс 28-29 дает спокойно, даже на тех боссах, где нужно бегать. Че там, вы локус умните, что ли, вот, ну, кто мимо летит? Это 2Т5, говоришь? Лечу, да. Как раз на сумон. 2Т5, 2Т4 помогают. Ну, это там охуенно там вообще. Я посмотрел, это Урги? Да. Но он долбит жестко, то есть у него, в отличие от других миликов, у него ДПС не просаживается. А у него там все охуенно, я посмотрел. А, ну в принципе, может ФП же вылить куда-то. Ну да. Айгот все, почилить пошел, да? Плюсанул ФК, ну красава. А, он вообще не юзает больше эти. А, ебать. Огнежога это кто вообще? Ты откуда? Гоша Аркан. Это не я. Первый раз вижу. Это не мы. И тут они поменял. Не знаю я. Не знаю. Тут хилов у вас миллион штук. Вот эти Нсика, я хиляю, бами. И пятая пачка еще. Нужны дамагеры. Да. А чё лучше, 6-6? Сульфур, говорят. Танков ДД вон, а ДД в хилов... Ой, хилов танков. Ну и можно... Что говоришь? Можно чилить. Ну ладно, хоть я возьму себе это рукавное. Не, ну я не знаю, если мы до робота дойдем и никто не зайдет нормальный дамагер, то, не знаю, или ТТГ можно сходить. А чё за С рыбку убить? Салат-то у меня есть, но салат рыбку... у меня... Ну без дамага там нечего делать, 7-8 хэпчет. Какой смысл? Не, ну можно попробовать для прикола. Посмотреть. Может, Салин задамажит за нас всех. Вот. Ну, пап, если нужно, я, конечно, могу свои убоги там сколько? 8-10к выбить. Не, ну 8-10к это не то. Это надо. Ну, это. Понятно. Это вон целка 10 обходить. Ну все, вроде всех супнули, вот, короче, рыба. Слушай, Гоша, а тебе не подарили кольцо с меткостью? Какое именно? Вы там спекнитесь в каких-то, я не знаю, хиляю, у тебя ретрик есть, бами, у тебя ретрика нету, да? Вон он говорит, он может хантом с вами зайти. Кто? Бами. А чё тут хант твой дамажит? 1020 дает? Ну давай, ДД нет, это. Нет, я такой не дарю. 16, ну давай хотя бы так, чё. Лишь до хренища. Я хиляю, у тебя есть что-то другое? Неси-ка, давай, ну, ладно, сиди пока. Персы какие-то, хуй знает, бля. За кого мне еще заходить-то? Надо было тебе 2 года назад нормальных персов раскачивать, чтоб сейчас было нормально. Понял, простите. Наверное, надо. А чё, было... чё за ТД? Ну так бери, конечно. 20к, вот нам таких 20к локов, 5 штук вот этих вот 8000 ДД поменять и можно убивать. Я не знаю, что сказать на вот это твое слово.
Короче, это самое, пошли, кто там? Вот этот петух, короче, в контроль берет, его первым это убиваете. И контрольте вихрь, по своим, ну, своих не щелкайте, он или Зельда, или Эли, кто-то возьмитесь контролить. Чтобы... Вот. А что ты второго зачем? Ты за что меня убили? Посмотрим, бери, посмотрим, что у нас. Вот другое дело, нормально там наконец-то в трэш. Боешки родим или я ее? Нафиг. Тыкните на портал, ребят, кто-нибудь. Воронка выпала. Где? Бабе. Так, как? Покажи. Кни. О, несколько. Пошел. И пояс еще. И пояс 300 голды или 400, по-моему, выставлял. Че покупают? Ну, так, недели через две. Воронка на первом мобе, конечно, это редкость. Ну, сейчас посмотрим, дойдем до робота, может, какие-то еще челики зайдут нормально. Сейчас пока на трэше пофиг. Ну а чё, видишь? Так-то если пачка дамагеров нормальная будет, можно будет подамажить. Ой, похилить. Короче. Эту парашу ролим. Не знаю, так кто репу делает. Чтобы банки купить. Да повезло. Тут, короче, смотрите, вот эти кровостражи, да, или кто там, вот эти вот петухи, все оружейники, они вихри крутят. Ну как бы от них отходите там иногда. А, меня не вихри убивает, меня наши убивают. Каждый раз. Сильно не старайтесь тут упасть на трэше, а то это долго просто проходить. Чтобы побыстрее. Просто ты определенный любимчик, поэтому по тебе фокусом ебашь, мне кажется. Только я армса прыгнул, так я сразу умирать начал. А был бы фуликом, то вы всех бы его сразу запрошали. Да не выживешь от кровожадности здесь. А вот на регион. В регионе мы не играли. На регионе ты просто. У него 5 хпс больше, чем у хило. Ты про ДКшник? Нет. Я про фурика в регионе. Угу. Что его там хилить особо не надо, если он заряженный. Мне просто вспомнил, как я ДГшником танчил. Как он, блядь, забыл, называется. ДД, вот. И был второй по ХПС в рейде. Пиздец. А там даже в ПВП можно, в принципе, идти. С миллион ХПСом тоже будет, если прожиматься, там проживать. Да не знаю, я не улетаю особо в ключах. Только в каких-то больших ключах, тогда да. Короче, вот этих двоих бери, кто кроме маршала. Маршала я там подальше подержу, чтобы сейчас не пошел тут никого. Вот он крутиться начнет. Стан здесь пыльте, ага. Ребят, напомните, а вок... Отойдите. Что, не видно, да?
Лепичип, ну на тебя вообще, блядь. Это надо было Дане отдать, всё хотите. Никакого Рока стих. Есть героический режим? Нету. Ну потом будет. Стойте там в углу, не выбегайте сюда, бегите назад. Че тут дурак встал на? Забери его с меня, я сейчас пойду птицу вести. Уже забирай. Забирай, забирай. Давайте Геру на эту птицу. Пока следующую уйду. Встаньте там, вот он в угол птицу ставит, вы в противоположный угол встаньте, чтобы у вас, чтобы птица далеко не чершилась. Блять, улетит, сука. Нужно подойти поближе. Не достаю. Слишком далеко. Я пока не могу прочитать это заклинание. Не догнал он. После него потом выбегайте наверх на робота.
что ж ты, где отражение? ГКД, ё-моё. ГКД устаунтил, нечаянно клацнул. Ты чё, ракетницу поставил? Да. Мне нужно потестить. Толку тебе от этих 2000 урона? Так, 1000 урона. Потестить. 2-3 тысячи урона, но от этого толку нет. Мне нужно, лучше бы ускорителя взял. Посмотрим потом. Так и так. Кому говоришь посмотрим? Я на фурике, блядь, большую часть времени сейчас играл. Вот, я посмотрю. Бери, блядь, эти ускорители. Сейчас я ракетницу потащу, всё. Не объебёшь свою толку от этого. Да я сам ДПС не даю, просто сходи. А я будто даю, блядь. Поэтому не даёшь, потому что с ракетницей. Сравнил своего бара и моего. У меня бар маленький. Видишь, я заниженный такой бегаю. Гномы не считают. Я не гном. Ты, блядь. Гномы и дворф это одно и то же по факту. Я с тобой за руку здороваться не буду. Хорошо, меня подставить, я сяду. Ах, даже я себя не видел. Тут высоко. Гном, блядь, ага. Зубастое чмо, блядь. Задавали своим. Гном это так где-то что? В этом в Карлсоне было. Пиздец, блять, занизился на полметра нахуй. Короче, в первую очередь вот этих петухов щелкайте, сначала череп, потом крест, а этого попозже. Хорошо. Одного там фернете или корни кинете и фернете. Череп первый слейте, потом крест. К этому мобу, который большой, если подходите бить, то вставайте в стенку, чтобы отлетали в стенку. И они когда луч посылают, там стан давайте этим кузнецам. Хазич, дружище, тебе надо было персонажа в тени переименовать. Моей матери не нужны такие мучения. Буквально после каждой серии, блядь, воскрешаться. Механика забанишь. Кузнеца первого сольете. Ну, потом большого.
Так, что у нас? Дай шкаф с умонем второго лока. Как обычно, кузнеца первым. Двух этих запалим. Пушистый в лисе. Короче, ловикой квадрат законтролишь. Пушистый треугольник. Так, тут немножко по-другому. Значит, квадрат рук тончишь. Смотри, там агро никто срывать не должен. Ты не пропусти только. Отрази эту херню. Ну, короче, черепок будем первый сливать. Вот. Короче, дашь крылья, наверное, на воида. Не знаю, там. Может, первый у меня получится засейвиться. Но надо, в общем, быстренько слить. Я его буду вести к углу. Не знаю, дойдет, нет. Потом посмотрим. Еще смотрите, у этих мобов, кроме быстрого каста, который шотает танков, у него есть долгий каст, который 5 секунд. У него 30 метров вокруг, взрыв такой происходит. Вот чтобы от него не лечь, просто отбегите от моба на долгом касте, как от синдры. Все. Ну, а тупо рашу там зафиряете, и кто там? Ну, кузнец только. И, а, это механик забанить. Вот отойдите от этого поста. Чё ты через текстурку-то не будешь? Кто это спросил? Это лок. Ну, ты видел, что было? Ну ты сразу заведи до угла и на косте забегай за угол. Ну ты видел, что он когда каст попадает, что он напрокидывает или не видел? У тебя танк есть? Ну все есть. Какой ДК? Все есть. И танки? Ну не все, тут. Все четыре. А, понятно. Танк это вар пятом. Вот сейчас обрати внимание на моба, когда первый каст его полетит. Обрати внимание, что он делает с танком. Вот. Ну, чтобы тебе лучше было видно, он на себя звездочку поставил. Подходите к этой пачке. Да я их танчил года 3 или 4, или сколько там, или 2, или 3. Ну я тоже в 18 году их танчил. Короче, без метки часового берешь. Ну видел? Ну все норм.
что норм, ты видел, как он опрокидывает? Не срывайте, дайте ДКшки забрать, сейчас помирайте уже. Просто не обратил внимания. Да, видел, как ты летел. И то, что забежал, я за стену тоже видел, да? Когда уже вылетел снаряд из босса. Из мобла. Тебе надо на касте забегать, а не когда снаряд летит. Блять, ты адекватный вообще? Ты видел, что оно прокинул, и я бежал. Если бы он меня не прокинул, не застопорил, я бы успел забежать до того, как вылетел снаряд. А он вылетел, я был еще не за углом. Что тебе еще непонятно? Такой интересный. Ну сейчас, короче, глянем, кто сколько дает. Там Равис писал, что может зайти, если что. На кого? Ну, на цапу видим. У него КД. Ну тогда получается нахпала. Пусть на ком еще можно зайти. На какого нахуй? На 10 хапалов пойдем? Как мы будем убивать-то? Ты подумай. А где наши 10 шп, а? Ну, это даже. Ну, не наши. Может, выходной у них. Может, заняты они. Побегайте сюда. Вот рыба. Тут надо сопроты пить. Так, теперь что у нас? Кто в ДД будет? Эмит, это Пами. Так. Нахиляй, у тебя есть какой-то ДД? У меня вообще пал неподходящий сюда. Вы что вы там, кстати, бегите сюда к роботу. А что нам... Захилиться-то, Сеслав? Чё? Клэпы прохилятся вообще, в принципе, сами по себе. Ну тут DC2-T5. Почему не прохилятся? Дело не в клэпах, дело в дамаге. Который сейчас рейд будет давать. Вот, три вара еще. Не, ну вар один танк, я даже не знаю, что с ним делать. Так-то он постоит. Набирает что-то. Хавайте рыбу. Так а что твои шмотки, они у тебя беспонтовые? Ретрикс 13 тысяч маны. Без камней. Ну, да у тебя и холипал не одетый. Ты тут, ну, грубо говоря, тебя кикнуть ничего рейд не потеряет. Ну. Слушай, Гошка, у тебя есть этот хотя бы какой-то абрипот? У меня просто нихуя нету. Нихуя не осталось. Давай, блин, что там, есть какой-то персонаж? Ну, я не знаю. Потому что этот Пау, он тут, ну, грубо говоря, не пришей. Пойди. Какой-то дамагер. Могу тебе такой припод дать. Это хилка. Ну, припод. Один до боя, один во время боя. Сейчас глянем, кто как дает. Шкачу как прохиливается. Прыгни в хэпала, я хиляю вас. В шестого хила. Интика, в ретрика. В чем ты сейчас? Покажи я мне, ретрик, покажи мне хила своего, я хиляю. Камни делай, я хуй знает, что у тебя за параша. 20. Я камни сделаю. Что? Таким палом, ну я не знаю. Не знаю, сколько должны люди давать, чтобы сейчас что-то убить. Так, я хиляю. Тоже, блять, вот что у тебя за ботинки, босс? Ты вообще, ну, ты твинк чей-то или что это? Или ты играешь неделю, нихуя не понимаешь. Почему у тебя в тапках нихуя камней нету? Кто знает этого типа? Это, ну, чё это такое вообще? Как, он, блядь? Недавно играет шеф. Ты что, пацан, есть, что нет? Я прошёл просто ещё. Вот это не вот дошёл ещё. Как это понять? Ну, типа, блядь, ты думаешь, мы должны, я хуй знает, тебя в рейд брать? Ну,
Бля, я такой логики не понимаю, блядь. Чё там, никого нету онлайн позвать? Ну, он Реддист есть, там, не узнаю у него. Литр пива, наверное, Реддрик, а то больше дает. Знаешь, Слав, там у Ровиста есть Реддрик. Нихиляю, это, целка обычку приходи, а тут тебе нечего делать. Потому что это, ну, параша, работай над персонажем, что-то делай, меняй. Инсурез что-то дает вообще, нет? Потому что мне, ну, я не знаю. Сейчас посмотрим, сколько инсика с литр пива дадут. Дамага. И кто еще сколько будет давать. Поставьте шкаф. Шкаф, уважаемые граждане. О, просил шкаф, они замутили отдел Икеи. Хорош. Там, чё, там до того, как исчезнет, можно три шкафа поставить одним локом. В теории они могут 6 шкафов ебашить. Или даже 8. Откните огурчики. Вот, вот, допустим, литр пива осмотреть. Ну, тоже. Но он хорошо. 20-е камни есть. Ну, тут хоть. Голова 45, плечи 45, гулять 45, тоже апать надо. СТГ апнутые вещи. Майки, дайте стол, пожалуйста. А что это за прикол? Пугалка с зимнего покрова, дробящая и 81 СПД, 35 духа. Это чарка такая, что ли? Что это такое? А это рентгеновая, по-моему, хорошая. Кто-кто? Кого смотришь? Ты-то вот, чё это такое? 81 СПД, 35 духа. Это как? Как это так получается? Ну, такая существует, походу. Первый раз вижу. Я тоже. Шею бы, конечно, какую-то нормальную. Тоже Твагродус какая-то. Там Берса. Там Берса, это ебучая... Как она? Иллюзия. Он смог этот, да. А-а-а. Видишь, она желтый, зеленый, синий. Вот и вся любовь. Так, ну чё, короче, Дед Мороз, ну ты понимаешь, что выбора у тебя нету, давай спекайся. Ну, короче, на пул дадите на меня. И чё, в прошлый раз же все тут были или кто-то новый? Ну, я не был. Босс очень простой. Значит, когда... Пуляется босс, да? Берса у него 6 минут. На ханта, значит, кирезай частицу кидаешь. Хан там что-то одень на хп, на сапрот. Сапрот выпей там. Вот и, значит, когда босс бежит ко мне, я его веду в черепок. Танки, 3 танка, ДК, 2, и Марук стоим в черепке. Марук там что-то ДДшное одень, чтобы агра побольше было. 3 нет, не знаю, там что-нибудь такое. Значит, когда босс начнет шевелиться, вот под ним, под ногами есть у него красный кружок такой. Всему рейду надо успеть забежать, ну, за пару секунд в этот кружок. И бежать вместе с ним под боссом, под пятками босса. Если вы выйдете за него там на метр, то шар прилетит, который с босса вылетает каждые пару секунд. Сек, перебью. Поставьте порт. Дал. Я возьму пару шмоток. Да давай потом. Давай потом, давай тройнем, посмотрим. Что, тут может, вообще смысла нет убить. Это, значит, забежать под этот красный кружок надо. Если вы это не успеете сделать, если кто-то будет ебланить, вот встаньте вот сюда поближе все, отсюда будете начинать вместе с танком бежать. Вот, если вы не успеете это сделать, то сало повешится на хилов, и мы, соответственно, все упадем. Каждые 15 секунд с пула, вот каждые 15 секунд будет топот. Вот этот топот, 3 тика, там тысяч по 13, по 14. Вот это надо прохиливать. Вот, ну давай проверка, да посмотрим. Слав, чуть подробнее, задачу для ханта обрисуй, он первый раз. Хант. Ты с нами не бежишь. Ты примерно вот отсюда. Встань сразу подальше от нас. Вот слева, встань вот здесь. Вот когда мы босса подведем, уже подойдешь, ну, в кружок, чтобы стрелять.
Вот. В тебя будут шары лететь, а тебя хп будет прохиливать. Ром, твоя задача от шарика стараться уклоняться, держаться на максимальной дистанции автоатаки от босса. Не знаю, я в хантабе этот еще ключ запихал бы. Лучше. Давай, не надо ничего пихать. Че? И провернуть, типа? Да я чё? Ага. Давайте, Геро. Вмешательством сразу начинаем работать. Репичип, если ты... Сурис покидает гильдию. Стряты. Репичип. Может, не ставлю, дадите? Сейчас сдохну, походу. Для меня близко, для мешалки. Ты в сове сейчас был, Резельда? В чем он сейчас был? Сове, не? Не, дамаги не вижу. А, ну значит, да, это было. Я в казе катал вмешательство. Да католку. Надо было, чтобы он в тебя дал. Ладно, падаем. В смысле, так я улетел так, блин, по вот, видишь, по гру. Так, или... А чё ты саппорт не пьёшь? Нету саппорта, что ли? Резельда и кто там ещё? Я под саппортом. Резельда не выпил. Не, у тебя СПД, я отбегай, отбегай от черепа. Сейчас я встану, чекни. Вообще, ну, должен был уебать в этом четвёртом по игру, потому что я, блядь... Забыл реклу прожать. Может, если бы я прожал бы с пула, я бы упал, наверное. Хавайте рыбу. Цурис, это кто? Дряда? Или кто? Да, да. Да не, на 200 пинги нормально работают. Я тоже сейчас реловнусь. Не знаю, можешь фаску на этот, на минус игру попить. Да. Ну, у тебя есть? Могу сдать лянт на аукционе, если есть. Я видел, как-то раз одна штука стояла на 300 голды. Сколько? 300. Бать, жёстко. А как она называется? 2 часов фласка, кстати. Зелье ну, покровов. Сказать, типа, работает как у этих паладинов с садьба. Типа, ты выбила. О, блядь, мне бы такое тоже. Ну это да, место припута, если пить. У кого-то вроде у Холидринка есть этот рецепт. Надо у него спросить, короче. ТБКшное что-то. Спорегар. Репа.